Алло, здравствуйте, это Анна. Да, меня Лилия зовут, я от Кузьминой Натальи по поводу работы. Вам сейчас удобно говорить? Ага, Анна, скажите, пожалуйста, вот мне Наталья сделала приписку, что вы не хотите работать в интернете. Я просто человек прямолинейный, да, и не хочу ходить там вокруг да около, потому что мое предложение действительно связано с работой в интернете. Просто я не знаю, может быть, вас конкретная какая-то работа отпугивает, чтобы, да, нам время не тратить друг друга. Что вас пугает перед работой в интернете? А, просто нет опыта, правильно я понимаю? А у вас компьютер есть и, ну, подключен на интернет? На телефоне есть. А скажите, вот честно, вам было бы интересно вообще разобраться, как это зарабатывать через интернет? Любопытно. Вот смотрите, у нас интересный очень проект, и есть условия выгодные для вот начинающих. У нас идет тест-драйв до 2 месяцев. То есть вы входите в проект, получаете обучение, у нас все бесплатно. То есть вы ни копейки здесь не потратите. Вы смотрите видеоуроки, да, мы общаемся, вы задаете вопросы. То есть вам нужно вникнуть, разобраться вообще, что это за тема такая. Если вам не нравится, Аня, вы прям говорите, мне не подходит, и выходите из проекта безболезненно. То есть вас никто там, ну, привязывать за руки, за ноги не будет. То есть мы не имеем на это никаких полномочий. В принципе, если вам нравится, то мы просто продолжаем активно работать вместе. Как вы на это смотрите? Давайте попробуем. Я вам немножечко сейчас расскажу суть, чтобы вы понимали вообще, с чем это связано. А, вот смотрите, вы же знакомы с таким понятием, как интернет-магазин? Сами покупки делали в интернете? Отлично. А, смотрите, мы работаем с интернет-магазином, то есть сейчас новое направление у компании Oriflame. Компанию знаете такую? Что про нее знаете? То есть вы имеете представление, что можно с каталогами бегать, продавать продукцию, правильно? Вот, этого делать не нужно будет, потому что у нас сейчас по новому направлению нам нужны менеджеры и администраторы. То есть ваша работа будет заключаться в размещении рекламы и направлять людей, которые хотят приобрести эту продукцию, в филиал интернет-магазина. У вас будет специальная реферальная ссылка, то есть откуда все это отслеживается. Люди ее заполняют, чтобы получить дисконт, делают покупки, вы получаете процент со всех покупок этих людей. Всю жизнь. То есть не с разовой покупки, а вообще постоянно, сколько человек будет покупать, вы все время будете получать процент. Это выгодно с какой точки зрения? Смотрите, может быть, да, у вас когда-то будет больше времени, когда-то меньше для работы. То есть вы можете регулировать свой рабочий режим. Это, во-первых. Во-вторых, люди накапливаются, то есть они никуда не деваются. И если люди, которых вы пригласили, тоже захотят стать менеджерами, мы их также обучаем и с тех людей, которых они приглашают, вы тоже получаете процент. За счет этого рост дохода нельзя остановить, то есть он постоянно растет и увеличивается. Это понятно? Вот. Ань, скажите, пожалуйста, вы чем занимаетесь в настоящий момент? Вы студентка или работаете? Ага, то есть вы юная. А почему не поступили? Не прошли по баллам? На следующий год будете? Я просто почему переживаю? У меня дочка сейчас заканчивает школу. Я тоже с поступлением. Поняла. Очень жаль. Ну вот пока время есть, может быть, как раз за этот год раскрутитесь, выйдете на хороший доход, чтобы уехать в город. Все-таки там и квартиру надо оплачивать, и проживание это достаточно дорого. У меня дочь собирается, мы в Саратове живем, она хочет в Питер поступать. И я тоже такая говорю, Лера, благо, да, я работаю здесь, а не на какой-то работе. Есть возможность тебя отправить учиться, куда ты хочешь. Вот, ну здорово. Аня, давайте таким образом поступим. Вы есть ВКонтакте? А как вас найти? Немножечко сложно, у меня несколько страничек ВКонтакте. Меня зовут Лилия Донскова, через О. Лилия Донскова.
Вы увидите, у меня день рождения 74-й год, то есть 42 года выставляете, Саратов. И у меня на этой, на основной страничке стоит фотография, где я в желтом плаще, в красных брюках, да, лежу на этом, на осенних листочках. У меня такие косы заплетенные, пышные. И у меня там 2052 человека. Просто у меня есть еще рабочие странички, я на них, ну, не постоянно захожу, чтобы мы сразу в нормальном месте встретились. Вот вы меня находите, да, пишите мне привет, и я вам вышлю форму, вот эту реферальную ссылку, чтобы вы ее заполнили. Хорошо? Как только форму заполните, я вам тут же перезваниваю и объясняю, с чего начинать, какие первые шаги, как подключиться к обучению. Хорошо? Все, договорились. Надеюсь, у нас все получится, и вы будете довольны, не пожалеете никогда, что связались с нами. Хорошо? Ага, все, до связи, жду вас.